имущественные налоги. Какие бывают льготы, кто может на них претендовать? В каком случае о льготах необходимо заявить и как это сделать без посещения инспекции? Какие новшества в сфере имущественных налогов? Смотрите программу «Город С» сегодня в 18:15. Гости в студии Татьяна Голубева, заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области, и Татьяна Попухина, начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области. Редактор